Приветствую вас, друзья мои и гости канала. Вы на канале Антонина Абрамкина. Это обзор магазина «Светофор», улица Димитрова, 1Б. Это Академгородок, город Димитровград. Вот здесь при входе такие красивые елочные игрушки. Набор елочных игрушек 194 рубля. 12 штук. Ну, посмотрите, какие они красивые. И с олененком. Ну, очень красивые наборчики. И здесь можно сразу вот как посмотреть сладкие подарки. 102 рубля, 500 грамм. Вот такой почта Деда Мороза. И еще новогодние подарки 199 рублей. Вот такой вот волшебный. Здесь уже килограмм. Вот такие большие подарки. Вот такие сундучки, сумочки большие. Вот. Наступающий год, символ года, год тигра, черного, водяного. Вот такой. Ну, посмотрите, какие подарочки. Это вот прям, по-моему, Нижний Новгород, я вот смотрела, 199 рублей, 200 рублей, вот килограмм здесь подарков. Вот. И вот полкило, 500 грамм, вот такой, 102 рубля. Вот такие подарочки можно приобрести. И здесь также вот еще можно приобрести шары двойное сияние, диско-лампа. Вот она здесь как на картине изображена. Вот так, наверное, вот. Значит, она будет в розетку вставляться. И здесь, я думаю, музыкальным сопровождением можно будет подключиться. Здесь тоже гирлянда. Гирлянда 224,50. Но это, видите, уже здесь на окно. Завесить окно. И здесь занавес гирлянда. Вот это сегодня. Ир, здесь занавес гирлянда. Вот есть у меня здесь сестра. Вот, смотри. Да, вот у них размер, видишь, 2 метра на полтора. Вот я хочу. У нас соседи там уже напротив включили. Ага, фиолетовые цвета. Здесь они разные он есть. 224,50. Два на полтора. Полтора будет высота, два ширина занавес. 224 рубля. И вот эти красивые звезды вот еще есть. Я уже их показывала. Вот третий раз уже показываю. И здесь коробки нет. Хотела показать, как на картинке. Они тоже вот с висячими звездами. 505 рублей вот такие звезды. Это супер цена. Я уже подарки показала уже. Пойду. Сегодня, да, сегодня день рождения Деда Мороза. А, ну да, вот, с днем рождения Дед Мороз. Но я подарки уже показала. Сейчас пойду дальше вот по этому ряду уже. Сегодня хочу показать этот ряд. И хочу показать здесь посуду. Вот очень красивые вот эти. Это новинки. Видите, у них здесь вот шершавые, ребристые, вот такой вот прям, не будут скользить в руке. Ну, посмотри, какие приятные пиалки вообще, красавицы. 74 рубля. И вот такие овальные, 210 рублей. Это не это. Это, наверное, 210. Вот эти большие, да, вот эти большие 210. Ну, здесь размеры, видите, разные. И я думаю, цена у них будет разная, потому что здесь... Большие, да? 112? Да. Но это уже другие, наверное. Они здесь больше, там меньше, по-моему. А нет, такие же. Нет, Ира, они и по форме другие. Нет, такие же. То же самое? Да. 112 рублей, да? Эти 90 рублей. Ну вот можно подобрать, и уже для сервировки стола уже можно что-то выбрать. Так, пойдем дальше. Цены мы вам рассказали. Это что такое? Это специи. Специи? А, ну, специи, травы, специи нам не надо. Травы. У вас фрукты появились, я смотрю. Вот хотим показать сегодня фрукты. Ага. Вот. И специально выбрала этот ряд. Очень много фруктов завезли. Сейчас мы до них дойдем. 133,20. Вот такие овальные тарелочки. Ну, вот это новый завоз, это новинки. Еще раз говорю, это город Димитровград, улица Димитрова, 1Б. И посмотрите, какая здесь красота. Ой, как красиво. Цикламент. 266,50. Но здесь уже, по-моему, разобрали все цветы уже. Мы... Бегония 266 тоже. Ой, как красиво.
такой бойлер, вот цветы. Да? Это, а как она любит? На солнце любит или... Солнце любит. Солнце любит. Но много не любит тоже. Ой, любит. Какая красота! 266 а рублей. Это было раньше. Бегония. Угу. Вот. Так, правда. Пошли дальше. А это цикламен. 266 рублей. Ну, очень красивый. Цветочки. Пойдем дальше смотреть, что у нас тут. А, ну, здесь можно сразу показать комплект, компотная смесь. 77 рублей. Это компотная смесь. Вот компот, кто варит. А, здесь целый ряд специй. Специи. Сегодня я на специи не хочу. А, у меня есть специальное видео. Там все есть. И все эти специи, конечно, есть у меня на видео. Заходите в плейлисты. Ну, хрен, конечно, вот не было. Хрен столовый. Вот это надо самой взять, что ли. Хрен, добрая хозяйка, 38,30. Это очень выгодная цена, как говорится. Ну, здесь специи, просто вот глаза разбегаются. Но вот, посмотрите. Ах, какой красивый гранат. Фрукты появились. 104 рубля килограмм. 104 рубля гранаты Египет килограмм. Ой, какие красивые, да, вообще. Вот у них корона здесь с короной. Здесь корону поломали немножечко. Так, это гранат. 104 рубля, еще раз говорю. Дальше у нас здесь киви. 104 рубля за килограмм. Фрукты очень отборные, хорошенькие, посмотрите. Дальше, что у нас здесь есть? Мандарины. Мандарины 78 рублей. Вот, видите, я пока ищу, у меня сестра быстрее находит. Цены мандарины тоже. Вот. А чьи эти мандарины, интересно? Турции. В общем, мандарины турецкие. Дальше, апельсины. Апельсин. Апельсин. Ух ты. Это или это не апельсин? Может, какой-нибудь грейпфрукт? Апельсин? 81 рубль килограмм. Яблоки Гренни 63 рубля. Вот специально прошла по этому ряду и показала вам фрукты, какие имеются в продаже. Это магазин Светофор. Сейчас забежим в холодильник, а потом продолжим обзор по рядам. Ну, здесь, как всегда, завоз товаров и продуктов изобилия. И здесь я долго находиться не могу. Очень холодно. Сейчас пройдемся к колбаске, посмотрим. Так, ну здесь колбаски всех, как говорится, буженина, ветчина, буженина, вареная колбаса. Цены видите. То есть товар, продукцию, которая здесь есть в холодильнике, все мы пробовали. Все знаете уже, что вам выбрать. Просто смотрите, что имеется в продаже. Ребрышки 266 рублей. 30 копеек. Ну и колбасы вот смотрим. Ну, здесь всегда ассортимент большой, вот всего можно. Вот уже готовую продукцию изготовить и уже, если думаете, что приготовить. Так, это чипсы от Тяшева, я это не брала, не знаю. Дальше, ну, сосиски, сардельки, все это выбрали, знаете. Вот, так, майонез, соус майонезный. 38,70, вот такой вот. Марианна, провансаль. 38,70. Вообще смешная цена. Сама сейчас куплю. Так, а здесь что у нас? Ну, здесь тоже майонез. Майонез 99 рублей. Вот такой Рико на перепелином яйце. Так, дальше здесь у нас икра лососевых рыб. 34 рубля. Так. Попробовать, что ли. Так, надо посмотреть. Сельдь разных объемов. Кальмары. Морской коктейль. Рыба. Сельдь также. Так. Ну, здесь еще есть охлажденный голень. Вот смотрим. Это 170 рублей. И здесь, так, здесь грудинка 214 рублей.
Так, грудка 214. В общем, здесь изделия, так, ноги свиные есть. Ноги свиные 29-20. Все охлажденное, все свеженькое. Смотрим. И здесь печенка. Так, печенка. Дальше посмотрим, что у нас здесь есть на полочках. На полочках у нас здесь мясо. Свинина 209,90. И курица. Цыпленок табака 184,30. Вот. Шея индейки 72 рубля. Шеи. Ну, это для супчика, может. Я не брала, не знаю. Так, пойдем дальше. Так, выходим с холодильника. Так, какой ряд выбрать? Давайте здесь пойдем по этому ряду и посмотрим новинки. Так, ну вот наборчик, наверное, вот этот показать. Набор для выпечки 162 рубля. Такой вот. Видите, здесь уже как, какого размера вы хотите и каких, как определиться, скажем, с размерами. Очень даже хороший, нужный набор. 162 рубля. Так. Ну, то, что есть в продаже и было, эти, я каждый товар, конечно, комментировать не буду. Просто смотрите, что имеется в продаже. Набор для рисования 262 рубля. Игрушки и для мальчиков, и для девочек, конечно, здесь в ассортименте есть много. Сейчас я пройду. Сейчас вот здесь покажу посуду. Набор детский, вот 199 рублей. Вот так вот он выглядит. Уже распакованный наборчик. Тарелочка, пиала, бокальчик и не бьющийся. Вот. И вот такие пиалки. Очень много товара привезли, еще вот не распакованы даже. Ир, посмотри, сходи в холодильник. Икра лосося, говорил ты. Она нет. Если что, купим. Так. Здесь еще бокалы есть в продаже. Ну, сейчас. Радужные. Вот они, да. Вот такие. Их опять привезли. И большой ассортимент. Так. Еще показать надо вот этот наборчик. Это тоже многофункционально силиконовая хозяйственная разделочная доска. 218 рублей. Ладно, так, меня покупатель ждет. Я пропущу ее сейчас и дальше покажу. Так, ну, чайники, тарелки 37 рублей. Чайник из нержавеющей стали 462 рубля. Вот, хорошие чайнички. Вот, если хотите к Новому году поменять чайничек, пожалуйста, из нержавейки. Два с половиной литра достаточно. Миска вот такая из нержавейки 118 рублей. Тоже салатики резать нужно. Кастрюли они были и есть большие вот литры. Так, так, это стаканы, кастрюли. Хотела ценник найти, но не видно. Дальше у нас здесь из новинок измельчитель. Вот такой 1239 рублей. Два вида их тут измельчителя. Новинки кастрюльки. Вот алюминиевые 263 рубля. 3 литра. Такая вот кастрюлька 3 литра. Ну так овощи творить, ну, как что хочет, как применить, наверное. Острые такие, тонкие, тонкостенные очень. Так, это у нас жаропрочное стекло, форма 274,90. Я в каждом видео хвалю. Так, сковородки здесь 679 рублей. И вот такие высокие сковородочки имеются. Ковш с крышкой. И вот такие. Вот я их накупила и всеми пользуюсь, между прочим. Все очень даже пригодные. Где-то яйца отварить, где-то овощи отварить, где-то пельмешки отварить. Очень даже. Где кашки сварить, да? Очень даже удобные ковшики. Вот я им прям пользуюсь. И детям купила, вот прям надарила.
самый быстрый, вот прям необходимый на кухне. Они меня постоянно готовят, надержишься. Ну, вот здесь вот новая кастрюлька, вот с такой крышкой, тяжелая крышка. Это 500, ну, 600 рублей вот такая кастрюлька. Она тяжелая, с антипригарным покрытием, поэтому тяжеленькая. Набор контейнеров 347 рублей, вот такой вот подарочный или в пользование, все не с крышкой. Ну и здесь еще и сервировочная форма овальной ручкой. Это у нас, ну вот это, наверное, вот их тут несколько. Они, видите, как-то лодочкой. И кругленькие. Это блюдо сервировочное 257 рублей. Так, электробарбекю 1581 рубль. Вот они здесь. Смотрим. Так, ну, здесь еще в продаже газ для портативных приборов. Сами плитки, конечно, разобрали, а газ еще есть. Если кто-то плитку не купил, то они пока еще есть в продаже на улице Куйбышева, 34. Там тоже магазин «Светофор». Там плиты в продаже были. Здесь закончились, я так думаю. Не увидела. Но зато газовые баллончики 64-70 есть в продаже. Ну, вот я, друзья мои, я сегодня вот такой обзор небольшой сделала. Прошлась по рядам. И новинки — это фрукты в большом ассортименте. Фрукты. Ну и посуду, конечно, не холодильник, я вам показала. До новых видео, друзья. Пока!